сейчас я в этой лекции я больше остановлюсь на том, что работает, и меньше остановлюсь на то, почему это работает, и математичности здесь будет существенно меньше. Итак, начнем мы с того, что оценим, какие у нас перспективы вообще сделать работающие леса. То есть, что вообще можно покрутить для того, чтобы все заработало. И из того, что, да, сугубо личное мнение, из того, что видно, есть несколько, казалось бы, очевидных пунктов и несколько чуть менее очевидных. В частности, первый пункт очевиден. Мы должны учиться выходить за границы регрессии и классификации, потому что не все наши задачи сводятся к регрессии или классификации. Это нам позволит лучше описывать нашу предметную область, и, соответственно, получает более эффективное решение, лучше моделировать то, что происходит. Пока мы не умеем это делать, точнее, умеем делать это только не для деревьев, скажем так. А вторая вещь, которую хотелось бы сделать, это скрестить бэггинг и густинг. Казалось бы, те принципы, по которым мы строим бэггинг и густинг, они друг дружку дополняют. Значит, мы, наверное, можем попробовать сделать что-то с ними одновременно. Дальше. Я уже немножечко спойлерил на тему того, что можно сделать, как можно сделать деревья еще более работающими, чем карты. Ну вот, в частности, я говорил про то, что можно попробовать вот это вот, учитывать информацию, которая содержится в дереве, с одной стороны, с другой стороны, учитывать каким-то образом поправленную дисперсию. Далее. Мы знаем, что наша функция дерева решающая. И, возможно, мы могли бы алгоритм оптимизации с точки зрения постановки, с точки зрения, например, того, как устроена у нас целевая функция, адаптировать под то, какая же будет решающая функция, так, чтобы было удобно. Ну и, наконец, делать деревья более стабильными. В каком смысле? Мы в прошлый раз их действительно ломали, там всячески. Лук давали плохой там. Клюшки ломали, руки и все такое. Так вот, имеется в виду немножечко другая штуковина, что у нас леса, в зависимости от сида, могут получать существенно разные параметры от производительности. И вот хотелось бы на этом месте немножечко остановиться. То есть понимать, как влияет и какие параметры влияют на стабильность поведения дерева в зависимости от сида. И начнем мы со случая произвольной целевой функции. Собственно, это часть по Фридману. Ада-Буст, который мы рассмотрели, работал исключительно для классификации. Мы даже не рассмотрели вопрос, а как же нам строить регрессию. Так вот, Джером Фридман предлагает способ. Там, на самом деле, коллектив стандартный стэнфордский, Фридман, Типшерани и Хейсти, первые статьи. А потом, в основном, Фридман про это рассказывает, видимо, ну, потому что это его поделит. Мы делаем, мы рассматриваем построение ансамбля деревьев и построение каждого дерева в этом ансамбле, двух этапов. На первом этапе мы берем частные производные от решающей, целевой функции по всем точкам, которые у нас есть. То есть у нас 10 тысяч точек или миллион точек. Мы по всему миллиону точек берем миллион частных производных. Мы пока не думаем про то, каким образом мы будем что-то делать дальше. Мы просто берем миллион частных производных, да? Извините, тогда, наверное, все-таки не по dx и там, а просто от x и там. Нет, по dx и там. Я не ошибся. Ну. Что значит производная по точке? Сейчас попробую объяснить. У нас. У нас точек очень-очень много за счет этого. Скажем так, это скор, текущий скор вот x и этого. Да, вот это, кстати, мы с тобой проморгали. У нас везде это S и T, а не X и T. А я что-то тупанул. Нет, имеется в виду вот что. У нас есть скор для каждой точки.
нас есть текущая решающая функция для этой точки, как она себя ведет. Мы хотим построить такую последовательность приближений для этой точки, которая ведет себя как градиент-десцент. Градиентный спуск. То есть мы берем частую производную, вот у нас есть все-все-все точки, у них есть какие-то параметры. На первом этапе на параметры наплевать. Для нас каждая точка, она уникальна. Мы вот по этому параметру берем производную. Ну, например, вот здесь видите, у нас есть i, это и t точка. Дальше целевая функция у нас обычно устроена каким-то таким образом, что там есть блоки, зависящие от нескольких точек или от одной точки. Если у нас это мы не вязку минимизируем, то у нас вот квадраты есть. Каждый квадрат зависит от одной точки. Мы вот этой всей функции можем взять производную по конкретному скору конкретной точки. Понятно это или нет? То есть здесь должно было бы быть так. dH от xi. Ясно, да? Важно то, что вот этих частных производных у нас m штук, где m — это мощность обучаемого лёрна, короче. Лёрна, на котором обучается. Понятно это? Мы взяли много-много штуковин, параметры не использовали еще ни разу. А дальше мы делаем следующий шаг, пункт номер 2. Мы вот для этих целевых параметров для каждой точки теперь говорим, что в качестве цели у нас выступают значения вот этой производной, а в качестве параметров, с помощью которых мы будем приближать, выступают исходные параметры точки. Для каждой точки эти параметры у нас есть? Есть. Цель мы себе поставили в виде этой частной производной? Поставили. Отлично. А дальше нам нужно решить задачку просто регрессии. Задачку регрессии мы уже знаем, как решать с помощью карты деревьев. Ну почему регрессия-то? Там же, ну, нам нужно уметь считать относительно. Нам нужно эти функции решающие. Решающая функция у нас сейчас дерево. Вот видишь, у меня H карта написана. Ну. И теперь я решаю задачу регрессии. Регрессии в терминах частных производных каждой точки. Вот такой хитрый ход. То есть мы сходим задачу к предыдущей. Мы говорим, что сначала мы берем от произвольной функции частной производной по значению для каждой точки текущему. А после этого мы используем наше знание про то, как решать регрессионную задачу в деревьях и используем эту особенность. Таким образом мы получаем последовательность решения вот этих вот. H t плюс p получили. Соответственно, функция у нас состоит из вот таких вот, решающая функция состоит из таких блоков. После того, как мы получили следующее значение, H t плюс p, проапдейтили решающую функцию, мы сдвинулись в нашей точке производных. И мы должны считать производную теперь с другими значениями. У нас теперь другое текущее значение для этой точки. Понятна идея? Она довольно как бы простая на первый взгляд, но она очень красивая. То есть не важно, с какой функции мы начинаем, важно, что мы легко сводим задачку через частные производные в регрессию. Замечу, что здесь у меня есть shrinkage параметр на булевар. Зачем этот параметр нужен? Я говорю такое, что на самом деле дерево у меня не точно, скорее всего, пойдет. Поэтому давайте его специально уменьшим и сделаем движение не в один шаг, а в несколько шагов. Поэтому shrinkage параметр, который будет меньше единицы, мне необходим для того, чтобы, скажем так, разбить один шаг на много-много маленьких. Есть работы, которые предлагают играться с этим shrinkage параметром. И в принципе поначалу играют. Но сейчас те методы, которые работают, в основном используют фиксированный shrinkage параметр.
И дальше я не буду на этом останавливаться, ну, потому что это очень похоже на градиент descent, который мы с вами уже проходили. Мы там говорили, что есть разные методы выбора параметров. Но, черт подери, никто не парится, использует конструктор. Теперь давайте чуть-чуть поинтерпретируем, что же на самом деле произошло. В прошлый раз мы говорили, что бустинг — это какая-то ересь с точки зрения математики. Что-то там странное происходит. На самом деле, в данном случае происходит чуть менее странная штуковина. Мы ищем разложение F по пространству деревьев. H. F — это та функция, некоторая F. В данном случае это идеальная решающая функция, которая является аргументом максимума вот этого добра. F. Мы этим свойством будем пользоваться. Но вот эту F мы пытаемся разложить именно в этом пространстве. Это такое функциональное разложение. В данном случае это функциональное разложение мы будем делать жадным способом. То есть мы будем приближать каждый раз F наилучшим деревом по вот такой схеме. То есть, а дальше получается следующее, что мы ищем частную производную по h4+1 от x китого. И это становится значительно более понятной штуковиной. То есть мы хотим найти такое дерево, которое вот в этих вот точках конкретно совпадает со значением функции f с шляпой. Мы же не знаем функцию f. Так и бог с ней. Зачем нам знать функцию f? Для того, чтобы ее разложить. Мы ее свойства знаем. Сейчас проверьте секунду. Ну, это же просто конгрессия получается, что по сути, я делаю вот эти вот частные производные, после этого делаю регрессию. Если у меня деревья, в зависимости от свойств деревьев, весь ансамбль у меня будет решать поставленную задачу. Если у меня деревья будут очень высокие, да, я оверфитнусь, скорее всего. Ну, почему высокие, если их будет много очень? Если их будет очень много, то это тоже оверфит. Конечно. Потому что значение f только вот в нужных там точках, это, конечно же, не все свойства f. В какой-то момент у меня деревья будут настолько точно уже это угадывать, что это будет лишняя информация. То есть на самом деле делается то же самое, что раньше, только в пространстве деревьев. Да. Только функциональный пространство деревьев. Мы так никогда не делали. Мы говорили, что градиент descent, например, он нам он в пространстве параметров. В пространстве параметров он происходит, да? А здесь у нас происходит в пространстве деревьев, то есть функций. Это такое хитрое функциональное разложение. Смешно. Однако здесь есть один нюанс. Этот нюанс заключается в том, каким образом мы взвешиваем близость. Ну, то есть мы не точно будем деревом предсказывать значение функции, а как мы эти неточности будем взвешивать. И оказывается, что вообще-то есть много способов, как это можно взвесить. Вот здесь мы взяли и сказали, евклидовым способом взвешиваем. А почему не по L1? А почему не по L-бесконечности? А почему не по чему-нибудь еще? Непонятно. И вот оказывается, что на самом деле способ взвешивания во многом зависит от того, а какая функция у нас решающая. Ну и в данном случае, что H, если K, ну, то есть если это дерево, то можно подобрать чуть более оптимальные вещи. Ну, то есть чуть более оптимальный способ взвешивания. Сейчас, извините, непонятно, там нужно написать макс, а еще нужно написать, можно видеть, минимизация. Ну, по всем частным производным. Ну, на самом деле, написал вот это, наверное, надо было написать предыдущую формулу еще раз. Но это отсылка вот к этой формуле. Вот здесь у меня евклидово расстояние от точки в частных производных. А почему это евклидово расстояние? Непонятно. Вот мы можем, наверное, использовать любые расстояния вообще. Чего?
давайте вопрос об оверфите. Вопрос об оверфите. Вся вот эта конструкция, она себя ведет определенным образом с точки зрения того, как ее можно оверфить. Ну, в частности, есть такой товарищ Роберт Шапир, я, правда, не помню, с какого университета. Ну, не важно. Он написал работу, ну там, это довольно известный товарищ из машинного обучения. Вот, в частности, он исследовал свойства бустинга, не градиентного, а в целом бустинга, в контексте оценок Папника Червоненкоса, то есть оценок переобучения. Ну, в данном случае я попытался выписать результат работы. В данном случае результат работы выписан для классификатора и регрессии. Итак, для классификатора оценка выглядит следующим образом сверху, понятно. У нас есть оценка ошибки классификации, которую мы получили на лерне. Мы ее должны увеличить на сколько-то, на какую-то величину, которая зависит от параметров метода обучения. И получить таким образом оценку сверху. В данном случае величина, на которую мы должны увеличить вот эту вот ошибку, оказывается, что зависит от трех параметров. Первый параметр – это количество, собственно, деревьев, ну или количество элементов бустинга. От нее мы, понятно, зависим пропорционально корпусу. А вот дальше начинаются очень и очень интересные вещи. Ну, понятно, там внутри под корнем стоит еще оценка Вапника, мы напрямую зависим от ВЦ оценки, да. Извините, вот тот, который слева, и тот, который справа, это разные? Да? Блин, да. Это тестинг, а это количество... Мощность. Это да, извиняюсь. Черт. Надо было В говорить, или еще какой-нибудь дрянь. Отлично, это с терминами путаница. Много букв. Так вот, дальше D – это VC Dimension от метода, который мы используем в качестве веклёрня. То есть, если мы используем деревья там не больше высоты 3, то VC Dimension таких деревьев мы можем посчитать с легкостью. Кто понимает, как посчитать VC Dimension у деревьев высотой 3? Бинар. Ну, это 2 на 3. В смысле, они посмотрели количество вершин? Ну... Что не надо, я еще 8. 8, 8. Ну, 8, да, конечно. Чёрт подери. Простите. Так вот, а внизу у нас находится параметр, это объем выборки, на котором мы обучаемся. И здесь достигается очень интересный эффект. То, что важно, ну то, что, во-первых, компенсируется количество деревьев объемом выборки. Если нам надо подобрать в 10 раз больше деревьев, то мы должны взять выборку в 10 раз большего объема, а не в 100 тысяч раз большего объема. Или там 10 тысяч, 100 миллионов. И это очень хорошее свойство. Оно позволяет подбирать практически бесконечные модели. Ну, и вы понимаете, куда уходит весь... почему мы выделяем так много тепла? Выборку нарастить дело не хитро, а теперь мы можем подбирать много-много деревьев. И вторая вещь, то что... Я, извините, хожу, узнаю, кто... музыкальные способности проявляют. Нет, там мальчик еще рекован. До педали. Так вот. И это очень хорошее качество. Вторая вещь, то что VC Dimension, как вы понимаете, от сложности, например, от объема дерева растет, ну вот, вы можете теперь предположить, как растет. Это значит, что, по сути, нам нужно сделать деревья как можно меньшего размера, но получить их как можно больше. Ну, то есть,
это будут, скажем так, одинаковые модели, которые с другой стороны имеют одинаковую вероятность оверфита, но большее количество деревьев нас приведет к лучшему результату. Сейчас, кстати, посмотрим, почему. Почему они сидят на СТ2? Почему тогда не на СТ2? Это ключевой вопрос. Почему не в СТ1? Бог с ним с 2. Так вот, размер дерева в этом случае определяется не тем, насколько мы мощно хотим обучаться, а определяется тем, сколько фичей должны между друг с дружкой взаимодействовать. Если у нас каждая фича сама по себе, ну давайте СТ1, почему нет. Но как только у нас фичи начинают играть группами 2, мы уже должны добавить высоту 2. Ну, потому что иначе у нас не будет никаких шансов, чтобы они сыграли друг с дружкой. А замечу еще одну вещь. Дело все в том, что мы в процессе подбора дерева мы с вами используем жадный подход. Этот жадный подход не позволяет играть, ну не то, что не позволяет, а позволяет значительно реже играть сильным сочетанием, то есть которые сами по себе фичи слабы, но вместе играют очень хорошо. Поэтому, ну, обычно хорошо чуть-чуть запасом брать. Интеракшн с запасом. Мы, в частности, используем высоту деревьев 6. И многие исследователи говорят о том, что деревья высоты 6 в бустинге роляют больше всего. 5-6, ну вот. В этом районе. Все зависит от дейтасета, конечно, но в среднем такие вот размеры. Ну, потому что больше, чем 6, когда, ну, это уже странные какие-то фичи, которые прям вот группами взаимодействуют друг с другом, дерутся. Длинные ансамбли переобучаются по корню. Вот это, пожалуй, очень мощная такая. И, то есть это очень важное свойство. Мы можем увидеть решение, которое содержит многие десятки тысяч деревьев. И это все еще будет эффективно, все еще будет не оверфититься на определенных объемах данных. И то, что длина ансамбля, если мы понимаем, что нам длины маловато, или мы получили какой-то оверфит, она существенно зависит и может быть скомпенсирована размером выборки. Ну и да, умеренные пеньки рулят. Собственно, мы про это уже немножечко говорили. Теперь давайте обратимся к каким-то графикам реальным. Я графики честно спер, это не мои. Я мог своих тоже таких нарисовать. Но в данном случае графики из презентации Хейсти. Я не знаю, что они демонстрировали, я хочу демонстрировать на них совсем даже другое, наверное. Я хочу на них демонстрировать две вещи. Вещь номер один. Это то, что, если вы заметите, то эти графики очень сильно колбасят. Причем левый график колбасит существенно больше, чем правый. Это значит, что мы вынуждены думать о том, а когда нам остановиться. То есть это важно, когда мы отрежем. Вот на 200 итерациях мы отрежем. Или на 201. Потому что, как вы видите, от итерации может существенно зависеть качество работы вашей вот этой штуковины. Как вы можете себе представить, с учетом того, что оно не везде коррелирует между тестом и лёрном, что это вообще не очень хорошее свойство. Ну, то есть, мы, может, остановились на валидейшене на правильной операции, но что она будет работать в жизни так же хорошо? Нет, она будет работать в жизни плюс-минус так, как ее колбасит. И это очень важное свойство, которое, как вы понимаете, зависит от целевой функции. Если целевая функция у нас очень гладкая и хорошая, ну, в частности, гладкая и хорошая функция – это mean square error. Ну, то есть, если мы минимизируем невязку, это получается просто шикарная в этом смысле функция, она будет практически идеально гладкой. Но бывают функции значительно более противные,
Особенно там, где мы градиент не совсем точно считаем. И вот их колбасит может очень конкретно. Но в данном случае я думаю, что здесь посчитан градиент хрен. Зеленый — это лен, красный — это... Да, да. Зеленый — лен, красный — это... Ну, что, кстати, на этом графике говорит о том, что производная плохо посчитана. Точнее, не посчитана. Ну, типа, что зеленая линия иногда идет вверх. Да, она возрастает иногда. Это кажется странным. Так бывает, действительно так бывает. Но обычно это выглядит как-то... Ну нет, так тоже не было. Это выглядит обычно в конце. Вот здесь она чуть-чуть дрожать начинает, но очень мало. В данном случае производная, скорее всего, посчитана либо неверно, либо с большой погрешностью. Большая погрешность — это тоже проблема. Или какой второй вариант? Возрастание движения по производной. Когда он бывает? Здесь большая константа. Здесь большой шаг больше. Так, еще? Функция плохая. Функция плохая сама, да. Когда у нас дерево, ну уж слишком плохое. Дерево высотой 1. Мы же такие деревья любим. Вот. Так что тут есть масса нюансов. Но дерево высотой 1, на самом деле, оно будет не так погано. Но просто почти ноль всем добавят. Ну, как любая константа, средняя добавит. Так что, нет, тут, скорее всего, правда, производная. Так. И последнее утверждение, которое я хотел здесь сказать. Смотрите. Если у вас вот такое поведение, что тест начал графититься очень рано, что вы будете делать? Это сложный путь. Давайте попрошу. Вам надо растянуть вот эту часть. Надо уменьшить шансы. Ширинкость параметров надо уменьшить. Вы таким образом растянете. Вы, в принципе, не решите, конечно, проблему. Но, как минимум, количество деревьев вы сможете увеличить, и, скажем так, точность решающей функции вы увеличите. По большому счету, если так смотреть, то лес деревьев – это вообще-то дерево. Мы можем же всегда сказать, что, окей, вот у нас есть выполненные свойства, и объединение выполненных свойств нам будет вести там к одному листочку. Ну, мы можем свернуть два дерева. Все понимают, что мы можем свернуть два дерева. А если мы два можем свернуть, значит, мы можем свернуть все. А с другой стороны, а сколько листьев получится при этом мерже? Да, произведение. И теперь смотрите, какой класс. Мы можем добавить одно деревце или один уровень. И получим, ну, такое же количество листьев. То есть, грубо говоря, нам существенно выгоднее добавлять деревья. Ну, там не произведение, конечно, но неважно. Там, ну, так как за бинаризацией, там получится не произведение. Но неважно, нам существенно выгоднее добавлять много-много маленьких деревьев, чем делать их глубокими. При таком методе подхода. Дальше. Ну, мы не сможем брать деревья, что не будет. Потому что мы будем дерево, которое раньше не выбрали. Не сможем. Но так как у нас производная довольно сильно меняется, мы же не в бэггинг играем, а производная у нас может сильно меняться. Когда производная у нас сильно поменяется, мы, скорее всего, не будем выбирать старые деревья. Мы уже сделали этот шаг, мы уже перешли в следующую точку. Но там производная, скорее всего, другая. А в каком случае у нас производная будет такая же, хотя бы в направлении? Ну, во-первых, когда он достаточно вышел. Почему? Ну, потому что просто не дошли до конца этого проекта. Так, а еще почему? Что почему?
Почему у нас может быть по направлению одно и то же производное два шага подряд? Наброшенный параметр очень мелкий. Ширинкость параметра очень мелкий. Это один из вариантов. Еще один вариант. Ноль, например. О. Получится примерно. Отличная идея. Слишком точное решение. Если у нас решение будет совсем точное, мы получим такую же следующую просьбу. И именно поэтому, ну, мы с вами уже это говорили, поэтому надо сломать ноги там, или лук плохой дать. Ракеты в другую сторону направим. Давайте дальше. А следующее разговор пойдет про то, а как бы нам совместить, скрестить ежа с ужом. В качестве ежа сегодня выступает Бустин, в качестве ужа сегодня выступает Бэби. А, по сути, мы получим, конечно же, Бэби. Мы получим Bootstrap Aggregating какой-то. Но этот Bootstrap Aggregating будет делаться не в одних и тех же точках, а в разных точках. То есть мы сделали Bootstrap в случае там, первой точки, пошли по какому-то направлению. В этой точке мы снова сделали Bootstrap, пошли по какому-то второму неточному направлению и так далее. Так сделано в исходной работе Фридмана, насколько я помню, то ли в исходной, то ли в следующей. Ну, Stochastic Gradient Descent там он уже использует. Что-то. Но он использует, как ни странно, не бутстрапинг, а он использует jackknife, то есть более древнюю технику, когда он просто на две части делит. Все множество. Одну часть использует, а другую часть не использует. То есть никаких вот этих повторных выборок нет. С точки зрения бутстрапинга, то есть если все-таки делать бутстрапинг, а бутстрапинг лучше работает, чем jackknife. Там, кстати говоря, если кому-то интересно, в бутстрэппинге есть много-много способов сделать бутстрэппинг. В частности, Никита, я пока вспомнил, а у Кулина спроси, есть способ кинуть одну равномерную переменную на каждую. И после этого полученный скор от определенной единицы использовать в качестве веса. Это тоже бутстрэппинг, дает те же результаты. Вот. То есть то, как важно получить вот такую вот форму взвешенную форму разницы между решающей функцией, на данном случае одного из деревьев, и частных производных. Взвешивать мы ее будем по тому коэффициенту, который получили из бутстрэпинга. Кстати говоря, как провести быстрый бутстрэпинг? Ну, нам же, по идее, нужно взять, кинуть там число от единицы до n, взять соответствующую точку, с ней что-то поделать. А как вот сразу по этой точке понять, сколько раз она туда входит? Есть ли среди вас педагоги? В смысле, а есть выборка своего заключения? Нет. Ну, количество, объем выборки. Ну, то есть, бывают такие случаи, когда ты все-таки встретишь ЕТИ. Ну, выберешь одну и ту же точку много-много раз. Вероятность этого, ну, можно посчитать. Я думаю, что примерно такая же, как вероятность здесь задохнуться от того, что все молекулы в угол перешли. А? Молекул там много. Ну и... Ну, если то, что посчитать... 19 сантиметров квадратного. Но с другой стороны, если ты посчитаешь m в степени m, то это тоже довольно большое число. И главное, растет оно конкретно. Ну да. Ну там не совсем, но это так, сверху, но не важно. Это m раз убрать, конечно. Да. Чего, ха-ха, два раза за время жизни существования Вселенной воздух соберется в углу. А может не повезти. Идея вот, ну, скажите, кто-нибудь гадает? Плюс один балл на экзамен. Какой вопрос? Вопрос?
как найти вес? Вот я знаю и. Как мне вес найти? Для того, чтобы W ита это было количество элементов, попавших в бутстрап. Скажем так, чтобы в и был распределен так же, как количество, количество раз, эта нет, точка попадет в бутстрап. Тут уже пошли вопросы. Извини, я определил, я знаю. Они все равно не знают. Кто-нибудь бутстрап делал в этой комнате руками? Кодом. Видел, как кто-то строил кодом. Руками по-разному можно делать. Ну, хоть капли. Делаем вектор и ставим. Вот видишь, делаешь. Ты говоришь. Тогда тем, кто делал, минус было разделить. Да это же гонишь. Не, ну все знают распределение Пуассона. Распределение. Я дал только что определение распределения Пуассона и теорему Пуассона высказал. Вот. На самом деле W распределен по Пуассону с параметром m умножить на. Ну, с параметром 1. Что? Ну так получилось. Ну, а такую пуассоновскую случайную величину мы научились кидать быстро. Независимо для каждой точки. Не думаем ни о чем вообще. Там, кстати, есть еще несколько, ну ладно. Ладно, бог с ним. Интересно то, что такой простой фокус дает существенный прирост производительности. Это очень простая вещь, за которую мы получаем очень много профита. Как вы думаете, почему? То есть чего такого в этом самом бутстрапинге классного, что мы вот прямо профит получим? Какие есть версии? Понятно, что у меня тоже версия, у меня нет доказательств. Куда убрали профит? Все это было взяли какие-то инсайды? Да, за... Мы сейчас как написал локальный минимум? Нет, там с локальным... Обычно с точки зрения оптимизации, то есть с точки зрения градиент десента, целевая функция очень часто выпукла. Ну, то есть, скажем так, я не имел дела еще с невыпуклыми функциями, потому что здесь совсем большая вероятность уйти в локальный минимум, и очень страшно. Прям очень. Поэтому нет, мы с этим не боремся. Ну, смотрите, если в терминах вот того, что мы в прошлый раз делали, мы играем в гольф все еще. Но каждый раз мы себе берем клюшку другую. Мы к этой не привыкаем, а берем другую. Она у нас каждый раз в разную сторону дует. Поэтому у нас смещение никакое не накапливается. Шарик не меняем. И шарик можем поменять. Все меняем вообще. Нет, там не принято уже шарик менять. Хотя зуб не дам. Не, вроде не принято. Понятно? То есть мы не привыкаем к тому инструменту, которым делаем шаг. Ну, например, если у нас есть одни и те же точки, которые имеют очень-очень большой вес, и за счет шрифтов параметра мы постоянно эту группу точек берем и используем одни и те же факторы. Ну, плохо. А тут мы взяли и вес поставили. Как еще можно сделать? Да. Что это? Это я рисовал на доске. И сфотографировал. Да. Какой презентации на доске? Может быть, там хоть что-нибудь можно сделать с яркостью? Ой, а кстати, тоже такое. А у меня будет жизнь. Ну что, так виднее? Или лучше еще раз нарисовать? Ну давайте я попробую еще раз нарисовать. Ну, предупреждал. Надо это самое, сделать черно-белый просто, а я фильтр не применяю байкоду.
Итак, чего мы хотим сделать? Мы хотим использовать бэггинг с бустингом. То есть, грубо говоря, мы берем там ракету. Ну, вот у нас есть мишень где-то. И у нас есть самонаводящаяся ракета. Мы стреляем несколько раз. И надеемся, что центр мы угадаем лучше. Ну, если все не разнесет. Как это выглядит? Выглядит это так. Мы начинаем шагать куда-то. И в конце концов приходим к исходной точке. Вот это вот первый результат нашего выстрела. Это положим второй результат нашего выстрела. Пьяный был там. Второй результат. Ну и положим какой-нибудь там. Третий результат. Теперь это перестало быть понятно. Но я думаю, что по мере рисования это становилось понятно хотя бы в некоторый момент. Важно то, что я беру, проделываю несколько раз бустинг, получаю несколько ответов, несколько точек ответа. И в результате я агрегирую сразу несколько вот этих точек ответа. При этом весь фокус в том, что начинаю я с разного множества каждого. Это разное множество, оно задается бутстрэпом. Получаю честный bootstrap aggregation, только в качестве того, что я агрегирую, это результат бустинга. Извините, почему мы делаем из одной точки? Да. Ну, точка называется ноль. У нас исходно каждому... да, в каком я пространстве? Я в пространстве точек. Вот у меня есть... Каждая точка, она куда-то сдвигается. Это разные решения просто, не разные градиенты. Это точка, вот это вот решение... Решение мне сдвигает точки в каком-то направлении. Вот. Ну что, получили в принципе то, что хотели. Очень простая идея, работает настолько неплохо, что стоило нам 10 мест на одном из челленджей. Наши коллеги использовали вот такой подход, примененный к тому алгоритму, который там в Москве был написан. И выиграли 10 мест. Ну, то есть, это существенная разница. Но только на соревновании. То есть, к сожалению, такую методику в жизни используют крайне тяжело. Ну, просто потому, что она начинает работать, начиная с определенной длины ансамбля. То есть, не имеет смысла делать ансамбль из одного элемента. Ну, потому что мы получим, черт подери, random forest. Причем кривую random forest. С другой стороны, то есть без вот этих вот ломаний лука, без всего плохого. А без всего плохого, значит, там решения будут примерно одинаковые, потому что если размер выборки у нас большой, ну, они не сильно и дорожат, эти самые выборки. А запрета никакого мы не делаем на использование фичи. Поэтому начинает это работать только с определенной длины. А с другой стороны, получается очень, очень большая модель. То есть, ну, в нашем случае там модель это обучалась там несколько недель этими парнями, и она была в 10 раз больше. Но тем не менее, даже если мы потратим это время, это в 10 раз большую модель получим в результате бустинга, за счет того, что сам бустинг начнет бегать как-то так, ну, то есть мы сейчас очень длинную сосиску строим. Вот эта длинная сосиска, она у нас в конце концов придет уже к той точке, куда должна попасть. И потом вокруг нее начнет пытаться с бубном проводить. Ну, потому что производная каждый раз разные точки показывает. При этом вот эти вот векторочки будут становиться все меньше, меньше, меньше и меньше. Ну, потому что мы будем подходить. Ну, потому что мы подходим к этой точке оптимума. Все ближе. У нас разве эти веса, с которыми они идут, не по основному распределению? Да, стоп. Нет, это вот. Все
производная, это вектор производная. Да, и мы его на что-то умножаем. Мы его умножаем на shrinkage параметр, да. Мы его порезаем. Shrinkage параметр по Пуассону берется. Нет, shrinkage параметр, параметр это shrinkage параметр. Он сначала мы находим все дерево, а потом мы результат этого дерева умножаем. То есть мы делаем так. Мне надо пойти вот сюда. Хорошо говорит shrinkage параметр. Пошли. Да, это я знаю, что такое shrinkage параметр. А Пуассон там еще раз крючком подъел. Не понял. Так, понятно. Пуассон там был бутстрапинг. А, вот это то, как выбрать вот этот шаг, или он внутри, да? Нет, это как сделать бутстрапинг. Я понял, вообще забыл. Да. И минус гол или вырыл. Зачем? Мы будем вправлять мозг в этом деле или просто забудем, что был вопрос? Ну, смотрите, еще раз. Там была задачка вот какая. У меня есть такой процесс. Когда мне нужно сделать бутстрэппинг? Бутстрэппинг означает, что я из того же множества индексов делаю их штрих. Да. И мне нужно сделать это быстро. Вот. Для того, чтобы сделать это быстро, можно воспользоваться таким свойством, что на самом деле их штрих определяется набором весов от единицы до n. И каждый из этих весов выйдет. Распределен по Пуассону от параметра 1. Я воспользовался этим свойством и сказал, что круто, ребята, вот Пуассон круто так делать, быстро получается. Вот мы на ПУ так делаем, потому что иначе пришлось бы много-много раз бросать реально случайную величину с единицы до n. Я понял. Да. Только про это. А теперь, что же здесь у нас? У нас действительно поначалу размер производной будет не очень сильно уменьшаться. Но чем ближе мы подходим к точке финальной, тем меньше этот shrinkage параметр важен, потому что у нас сама производная, вот если мы вот здесь вот находимся, вот у нас точка финальная, куда мы хотим прийти, мы находимся вот здесь, тогда производная у нас вот сюда смотрит. И она вон как один. А если мы находимся вот здесь, то производная у нас существенно короче. И никакой shrinkage параметр нас не спасет. Shrinkage параметр одинаково отрежет у них там 2 трети или там 2 сотых. И так как мы находимся около нашей финишной точки очень давно, самопроизводная будет очень и очень маленькая. За счет того, что она очень и очень маленькая, каждый шажочек нам будет добавлять все меньше и меньше. Вот BPU за счет их статуса. Давайте
чуть-чуть поговорим о трудоемкости, процесса вычисления gradient boost и decision trees. По большому счету у этого процесса есть три интенсивных фазы. То есть три фазы, где мы выделяем больше всего тепла. Первая фаза – это вычисление частных производных. Причем вычисление частных производных мы делаем у большое от некой функции g, от m, раз. Откуда берется функция g? В самом хорошем случае, когда у нас есть либо регрессия, например. Да? В регрессии у нас целевая функция выглядит как? У нее есть модулечек, и каждый модулечек зависит от одной единственной точки. А теперь представим себе, что у нас каждый, как он называется, ты его попал? Манон? Каждая, да, слагаемая содержит, зависит больше, чем от одной переменной. И тогда нам придется брать сложные производные. У нас получится, что мы вынуждены, количество этих самых мономов у нас может быть довольно большое. Ну и в частности, там могут быть легко квадратные. Если это квадрат, он начнет квадратно стучать. Конкретно стучать квадрат. Или могут быть довольно большие коэффициенты. Например, у вас 30 переменных завязаны друг с дружкой. 30 переменных завязаны друг с дружкой, количество мономов у вас все равно будет пропорционально каждой точке, но коэффициент будет 30. И это оказывается достаточно трудоемкий процесс. Особенно в контексте того, что внутри приходится считать хитрую форму. Там вот эти частные производные иногда они трехэтажные получаются. И эту трехэтажность приходится считать. То есть там коэффициент идет, во-первых, за счет раздувающей вот этой G, которая следует из структуры T. Ну, таргет функции. А во-вторых, из-за того, что коэффициент сложности операции там довольно тяжелый. Это тяжелая операция получается. И, ну да. Первый раз, когда вы оптимизируете для себя градиент бустинг, вы, ну, все делают на регрессии. На регрессии производные считаются за нулевое время. Ну, потому что, черт подери, нам резидуал надо считать. Резидуал не надо считать, просто его взять с памяти. Вот. А когда мы начинаем чуть посложнее чего-то считать, оказывается, что мы, конечно, все оптимизируем, но все равно тормозит. Тормозит нам, скорее всего, на производ. Вторая вещь – это подбор карт. Кажется, что как раз эта операция может быть самой тяжелой, потому что, смотрите, она у нас зависит от n умножить на m, где n – это количество биений, которые мы можем сделать всего по всем фичам, а m – это количество точек. Это очень большое число, по идее. Но, с другой стороны, оказывается, что многие фичи между собой связаны. И в целом, вот этот процесс хорошо оптимизируем. Ну и хорошо раскладываются там на всякие штуки. Вот. Процесс классно параллелится. За счет того, что по всем n, по всем вот этим биениям, например, по принципиально разным фичам, вы их можете разнести на разные ноды, например, или в разных тридах исполнять, или еще как-нибудь сделать. И за счет этого параллеления у вас уменьшается сложность. То есть, грубо говоря, вы должны поделить это на количество нодов, количество тридов, еще чего-то. Например, в GPU в современных 3000 там с небольшим нодов. Ну, тридов можно запустить одновременно на одной машине. Ну, поделите это на 3000, поймите, что это уже оказывается не так сложно. Если это не так сложно, оказывается, что, несмотря на страшность, все не так страшно. Ну и, наконец, третья часть – это апдейт состояния для всех точек. Апдейт состояния тоже в себя включает вычисление вот этих самых мономов, и там все равно получается G. Тоже бывает тяжело. Ну, как я уже сказал, это может показаться странным, но тем не менее вот первый этап может оказаться тяжелым. Про него никогда не забывайте.
Что же нам делать с этим тяжелым древом? Там чуть видно. Вот это точно не перерисовывать. Что я пытался изобразить? Я пытался изобразить, что в каждый момент времени, на каждом шагу, мы можем сделать ансамбль, небольшой ансамбль, из деревьев, выходящих из этой точки, с одной стороны, а с другой стороны, использующих одинаковую производную. И эти деревья у меня одно в одну сторону смотрит за счет бутстрэппинга, другое в другую сторону смотрит, третье в третью, и оно более точно идет в нужном мне направлении. Как-то не странно, то есть эта штуковина, по идее, не должна работать никогда лучше, чем бустинг. Почему? Ну, мы же с вами говорили, что нам нужны weak learners. Мы сейчас делаем более strong learners. Это не очень круто. Но, с другой стороны, мы можем использовать большее количество деревьев при более равномерном весе. И оказывается, что вот этот факт уравновешивает то, что мы делаем более strong learners. Вот по тем экспериментам, которые я делал, там и Люк делал, получается, что такая штука работает не хуже. А? Не лучше, но и не хуже. С одной стороны. А нет ограничения, с какого момента это все работает. Ну, у меня тут коэффициент был 5, то есть я 5 деревьев использовал в качестве ансамбля. И как вы понимаете, сколько раз я посчитал производную? 5 раз меньше. Использовал того же объема, получил модельку, работающую не хуже, только в 5 раз меньше считаю производную. Очень удобно. Если у вас тяжелая производная, это хороший способ хотя бы прикинуть результат. Возможно, это пойдет в продажу. Это все относительно того, как можно использовать, смешивать друг с дружкой бустинг и бейнинг. Этот слайд уже был, я уже его спойлерил и давал вам подумать, а что же с этим можно сделать. Такие, что с этим кто-нибудь попробовал сделать? Нет? Такой спойлер. Домашку просто Никита давал домашку. Эту там штуку делал. Сейчас, конечно, ответ покажу, но мне интересно. Тогда не покажу. Никто не пробовал, да? Никто не пробовал ответ. Хорошо. Но идея какая? Что на самом деле вот эта вот информация о получившемся разбиении, это штуковина, которая существенно зависит от разбиения. Да? Она у нас от течения зависит. Она у нас, скажем так, количество листов у нас целевое одно и то же обычно. Вопрос только в том, какое конкретно разбиение получить. Поэтому вот этот центральный момент мы можем использовать в качестве прайора к тому, а какое разбиение сейчас выбрать. Ну, собственно, давайте попробуем это делать. Наверху исходная штуковина. Дальше к этой штуковине мы добавляем исходную дисперсию. Смотрим не на ту дисперсию, которая у нас сейчас есть, а на ту дисперсию, которая у нас получится. Для того, чтобы получше дальше взвешивать. Если вы проведете необходимые арифметические операции, можно доказать, что вот этот переход корректен. И вам всего лишь нужно считать сумму всех точек. Сумму квадратов считать не надо. Для того, чтобы получить разницу. Плюс лямбда на вот это вот добро. А для того, чтобы понятно, что нужно эту самую лямбду в такой постановке подбирать теперь для каждого множества. Для каждого конкретного, там, конкретной таргет функции, каждого множества, оно очень ленивое. И мы говорим такое, окей, а пускай оно зависит от множества, это самое лямбда. И пускай оно как раз зависит от вот этой вот разницы.
То есть домножим эту лямбду, выделим из этой лямбды, и вот, вот из этого кусочка вот это составляющее. И здесь у нас будет уже не исходная лямбда, а некоторая лямбда штрих, которая равна исходной лямбде, умноженной, деленной на вот это добро, и умноженной на вот это добро. Тогда я могу таким образом сгруппировать. Окей, вот это работающая штука. Для того, чтобы ее посчитать, нужно всего лишь посчитать сумму. Нужно понимать, какое разбиение у нас получается с точки зрения модулей по каждому из листов. Это здесь это листы. И учесть, а сколько же информации у нас есть в разбиении. Никаких джинни коэффициентов, никаких вот, вот всего того, что там есть, можно больше не использовать. Никаких обрезаний деревьев, там вот этого вот всего, вот этой ереси не надо. Все работает. Ну, у меня лямбда 2, но это так, прикол. Этот слайд, я думаю, что вы помните, про диалоги о дисперсии. Тем не менее, я его сюда еще раз внес для того, чтобы показать, что дисперсия, то есть вот и разницу, соответственно, дисперсии, очень важный для нас компонент, вот этот, мы оцениваем с ошибкой. Причем эта оценка оказывается оценкой снизу. То есть мы слишком оптимистичны в том случае, когда у нас мало точек. Нам нужно делать определенные исправления. Как делать это исправление? Ну, на что это похоже? Извините. На какую функцию? Логарифм. Прямо вот логарифм. Ну, прям вот логарифм, у которого прям вот асимптотика есть. Нет, не должно быть асимптотики. А здесь есть. Вот, конечно, должна. В дисперсию, понимаешь, асимптотика. В истину. Ну, как бы исправлять дисперсию, равно гиперболу и считать. Ну, да. Ну, ну а почему можно было и седьмой так? Можно. Ну, блин, давайте вот так и посчитаем. Что? Вот у нас есть два параметра. Ну, похоже, похоже. Два параметра надо подобрать. Для того, чтобы подобрать два параметра, нам нужны две точки, правда? Ну, ровно две, больше не надо. Одна у нас есть. Ну, давайте еще посчитаем ту точку, которая рядышком. С на один меньше. А? Чего? Че, рядышком они x2. А, очень просто, потому что мы рядышком можем в closed form solution получить. Мы соседнюю дисперсию от n-1. Есть closed form solution для соседней дисперсии. И вот эти вот две точки нам их хватит для того, чтобы подобрать параметры a и b. С какой точки? Ну, с какой точностью? Все зависит от того, ну, насколько у меня выборка, ну, то есть от выборки зависит. Если у меня в выборке есть существенно разные точки, у меня дисперсия от этого, от этих трех точек существенно, ну, блин, значит, точность у меня будет не очень. Тем не менее, такая штуковина дает оценку, как это ни странно, но сверху на дисперсию. То есть, если дисперсия исправлена, она будет колбаситься вокруг настоящей дисперсии. И она может дать как оценку снизу, так и оценку сверху. То вот эта штуковина гораздо более пессимистична. А дает в основном оценку сверху. Я, к сожалению, не нашел файл, где все эти графики рисовал. Но вот, если хотите, можете построить. Так вот, используя closed form solution для двух соседних точек, и с помощью математики, потому что я не смог это сделать руками, я, конечно же, решил систему из этих двух уравнений и получил следующий ответ. Вот такой вот магический коэффициент позволяет нам чуть-чуть поправить дисперсию. То есть это оценка на дисперсию сверху, исходя из вот этой вот нехитрой логики. В итоге вот работающий вариант. Там есть еще несколько способов вычисления дисперсии. Мы про них можем поговорить, но, скажем так, я решил тот вариант, который у меня сейчас рекорд дает, тот вам слить.
Вот сливаю. Все компоненты вы здесь знаете. Эту компоненту вы знаете, эту вы теперь представляете, что это на самом деле исправление для полученных очков. А это информационная компонента. Такая штуковина реально работает. Ну, у меня, во всяком случае. Ну, моих задач в прямых ограничениях. Нет, ты знаешь, работает на большом количестве задач. Да. Как это ни странно, практически универсальный метод получается. Ты же видишь, что использует матрикс на уровне. Соответственно, у Андрюхи, ну, например, вот эта тема про информационную нагруженность, она, как это ни странно, ее очень тяжело обыграть. То есть без парадокса Штайна она не обыгрывается. Вообще никак. Не только на наших, но и на рекомендациях тех же. Вот. Ну, не важно. Ладно, давайте дальше. Забывчивые деревья. Забывчивые деревья. Очень часто, если вы наберете забывчивые деревья, то, скорее всего, вы перейдете или обливес приз, вы, скорее всего, найдете одну из презентаций Кулина, где рассказывают совсем даже не про обливес приз в классическом понимании, а про обливес приз, который мы в Яндексе используем. Отличаются они вот чем. Исходно в обливес приз оказывается, что мы можем использовать одну и ту же фичу, но разные условия на эту фичу в узлах одного и того же уровня. В нашем случае мы не просто используем одно и то же условие, не просто используем одну и ту же фичу, но используем одно и то же условие. В принципе, мы можем свести наши обливес деревья к исходному обливес деревья, но для этого мы должны сделать априорную бинаризацию. То есть мы должны выбрать, преобразовать из RN, в котором у нас находились все точки исходные, исходный выбор, мы должны преобразовать в 0,1 степени. То есть предварительную бинаризацию провести. Как проводить предварительную бинаризацию, это отдельный разговор. Я уже вам на медианы намекал, как будете реализовывать. Ну, посмотрим, как реализуется там, потому что есть много нюансов. Так вот, при такой постановке, когда у нас все переменные 0,1, с разными условиями на одну и ту же переменную начинаются проблемы. И получается, что мы провели классическое определение к нашему определению. Но вот это необходимо проделать, нужно понимать, что у нас не совсем классические забывчивые деревья. А зачем и чем характерны эти замечательные конструкты? Эти конструкты характерны тем, что вы за один проход можете, ну, так как используется одно и то же условие, вам нужно просто для одного и того же условия посчитать вот эту вот сумму. Одно условие задает нам сразу полное разбиение. И здесь оптимизация таким образом проводится не просто для L, а для L' равного исходному L плюс дополнительные условия, задающие полное следующее разбиение. Это очень эффективный computation. Интересно то, что даже если мы будем использовать классические карты, получается примерно те же результаты. То есть это значительно сложнее с вычислительной точки зрения, но результаты не лучше. Поэтому вот с точки зрения именно скорости вычислений, получается, что забывчивые деревья — это очень неплохой конструкт. Дополнительный бонус здесь, тут сразу много дополнительных бонусов есть. Дополнительный бонус здесь заключается в том, что и вычислять это дерево получается очень просто. Для вычисления значений в этом дереве вы можете значение записать в массив, сколько там надо, а потом просто, используя те условия, которые есть, вычислить индекс в этом массиве. В итоге вычисление значений решающей функции оказывается тривиальной процедурой. Так что очень удобно. Это чуть-чуть более сложная тема. Я сейчас попробую осилить. Я так пару
формулу статики на ROM. Сейчас попробуем их объяснить. Положим, у нас есть некоторая функция. Ну, в данном случае это функция log-likelihood тут парная. Но это не так важно. Важно то, что у нас есть два блока про разные переменные. Теперь давайте поймем с точки зрения дерева, куда могут попасть вот эта пара точек. Как вы думаете, если эта пара точек попадет в одно и то же место, для них вообще хоть что-нибудь поменяется? Соотношение поменяется? Ну, не поменяется. Если у нас разница везде считается, здесь у нас разница считается. Да? Поделим на x житое, получим внизу, ну, вверху единица, внизу единица, плюс x житое минус x итое. Если мы одно и то же умножим, добавим этому какое-то значение, то мы получим ту же самую разницу. Соотношение не поменяется. То есть нас интересует только один случай. А когда эти две точки окажутся в разных листах? В одном листе нам посарают, в разных листах не посарают. Поэтому, ну а зачем тогда нам решать все, если с точки зрения разницы? Ну, то есть, если нам важна только разница между ними, а зачем нам тогда считать производную по каждой из точек? Давайте считать производную по разнице. Это же удобно. Ну и вот, посчитав производную по разнице, дальше мы вынуждены будем решать систему линейных уравнений. Когда точки у нас находятся в одном листе, у нас по диагонали нули. Там ничего нам не интересно. А вот кроме диагонали, вот у нас из одного листа в другой лист, сколько у нас, скажем так, насколько элементы одного листа должны стать лучше, чем элементы другого листа. И так далее. Понятно это или нет? То есть у нас есть там Вася, Петя, Коля. Мы хотим, чтобы Вася был существенно больше Пети, например. Дальше вот Вася и Петя у нас могут попадать в разные листы. Могут в один тот же лист попасть. И тогда мы с ними ничего сделать не сможем, потому что мы каждому из них добавим почему-то. Но если они у нас в разные попадают, мы можем посмотреть, что вот есть Вася, и есть там, я не знаю, в тот же лист попал Коля. А Коля должен быть наоборот существенно лучше. И мы уже начинаем балансировать, а насколько вот эти два человека, каким наилучшим способом их поджать по отношению к Васе, там, Петя, Коля, Петя и Коля, насколько в среднем хуже Васе, чтобы им можно было там добавить или отнять у них что-нибудь хорошее. Понятна проблема или нет? У нас есть дерево. Это дерево будет иметь какую-то форму. Давайте попробуем использовать ту форму, которая будет иметь дерево. И такие свойства, как принадлежность к одному и тому же листу, дают нам нулевую разницу. В конце концов. Для того, чтобы брать другие производные, в терминах которых эта разница значима становится. Понятно? И это, по сути, про то, каким образом мы вешаем разные блоки и разные частные производные. Никит, хоть что-нибудь понятно с тобой? А то они ж не признают. Ты не хочешь знать ответ? Ну ладно, давайте я тогда нарисую. Итак, у меня есть листик. Здесь у меня первый листик, второй листик, третий листик, четвертый листик, пятый листик и так далее. Здесь у меня то же самое. Вот. Здесь у меня еще есть вектор, разница.
Теперь смотрите, у меня есть пара. Каждая пара определяет мне, куда она попадет, вот здесь вот эти сердечки. Допустим, Петя у нас попал вот сюда, а Коля попал сюда. Значит, пара Петя-Коля попала у меня вот сюда. И так я могу разбить все пары. Когда я все пары разобью, я могу сказать, о, круто, а для вот этих вот пар, которые находятся в этой строчке, у меня цель, чтобы разница производных была вот такая. С чем вообще физический смысл, чтобы разница производных была такая? Чтобы разница производных была такая, физический смысл вот какой. Я на самом деле подбираю классификатор парный. То есть мне нужно, чтобы там... Ну, если мы говорим сейчас про задачку, которую мы решаем, мы, конечно же, Левингтон ранг делаем. То есть нам нужно научиться ранжировать документы. И мы хотим понять, насколько один документ лучше, чем другой документ. И у нас по оценкам есть ground truth knowledge. То есть мы понимаем, насколько он действительно лучше или хуже. С другой стороны, у нас есть текущий score. То, как наша модель думает, насколько они лучше или хуже. Так вот, дальше я могу сказать такое. У меня есть производная по тому, насколько эту пару, куда мне ее нужно подвигать. И эту производную я запишу, ну, я запишу сюда вот вес, то эта пара у меня попала сюда, и здесь единичку поставлю. А в соответствующую дельту я добавлю плюс dF, ну, dt, извините. dt на dsi минус sg. Такой вот хитрый конструктор. Понятно. После того, как я это сделаю, мне нужно будет взять и решить вот эту систему линейных уравнений. И таким образом я получу более эффективное решение. В общем, я понял. Народ не осиливает. А я хотел лишь проиллюстрировать, то есть у меня нет сейчас цели донести до вас конкретно вот это решение. Я хочу донести вот что. То, что при градиент-бустинге мы раскладываем одну функцию по множеству других функций. У этих других функций есть свои особенности. Для деревьев такой особенностью является то, что у них постоянное значение внутри одного листа. Эту особенность мы можем использовать для взятия других производных, которые будут более эффективно описываться с помощью вот этих конструктов, то есть деревьев. Ясно? И как минимум существует один такой способ. То есть, ну, на практических примерах, опять-таки, существуют случаи, в которых вот эта вот штуковина работает существенно лучше, чем обычный градиент бустинг проточки. Окей. Итак, что мы сегодня узнали? Во-первых, мы показали, что на самом деле бустинг это не какая-то адская ересь, как мы в прошлый раз сказали, а это всего лишь разложение одной функции в ряд других. Причем разложение не абы какое, а прям-таки жадное. Второе, мы посмотрели, какие характеристики бустинги важны. Хотя важно шинкач параметров, которые позволяют нам масштабировать соответствующим образом. Важна нам целевая функция, ну и производную было бы неплохо посчитать правильно. И дальше. Мы узнали, как играть в гольф из лука. То есть мы знали, что бывает бэкбу, бывает бэк, бывает возможность использовать в целом стрэппинг на каждом шаге бустинга. И все это, как это не ужасно, работает. Работает по-разному, поэтому нужно просто взять свой арсенал и использовать по необходимости. Рассмотрели вариант, как можно попробовать сделать еще более работающие деревья. То есть на тех примерах, которые мы используем, те деревья, которые я показал, работают существенно лучше, чем классика. Ну, как минимум классика. Ну и, наконец, мы можем использовать подробности
в том семействе, в которое раскладываем, для того, чтобы улучшить процесс разложения. Как конкретно это сделать, зависит существенно от целевой функции и от того семейства, в котором мы раскладываем. В частности, в случае деревьев мы можем использовать тот факт, то, что деревья являются кусочной постоянной функцией. И, во-первых, да, а во-вторых, то, что большие группы точек имеют одинаковое значение. Имеют просто одно и то же значение. И нам важно скорее найти соотношение этих значений, нежели искать какое-то поточечное приближение. Я, кажется, и все.